девчонки, привет! Решила сегодня заснять кусочек моего дня. Сегодня воскресенье, день матери. Кто еще не поздравил маму, поздравьте обязательно. Сегодня мы едем в гости к маме молодого человека моего. У нее был день рождения, мы ее поздравим, побудем у нее в гостях. И я буду снимать кусочками. Попозже расскажу вам, что на мне сегодня надето, потому что на улице очень холодно, мне хочется долго стоять на морозе. Маме подарим фотоаппарат, вот такой розовый. Она очень хотела именно розовый. Вот, мы его приобрели и купила вот такой пакетик. Сейчас вообще очень модно заворачивать подарки в газетные листы просто и проклеивать цветным скотчем. И мне напомнил этот пакетик именно такой способ. Здесь якобы газета. Вот мы приехали в гости. Маме идем к подъезду. Мы здесь были достаточно давно, в конце лета. Мама тоже живет за городом, иногда в Москве. Никулечка, заходите. Так. Гости дорогие. Мы заходим еще раз. О, ты уже тут. Ник, проходите, Рысь. Ну что, сейчас подарок? Ой, спасибо. Подожди, я еще не дарю. Ну, раздевайся. Вот, значит, дарим подарок. Дарим подарок. Да, мама. С днем рождения. Спасибо. Четки, как и обещала, расскажу, что на мне сегодня надето. Это сапожки. Я вам уже их показывала, они без каблука. Серебряной фурнитурой, несмотря на то, что на платье золотистые пуговки, сапоги подходят к сумке. Здесь вот фурла, сумка, серебряная кружочек серебряный. Вот, платье такого цвета шампанского, не чисто белое, золотые пуговки, очень хорошо сочетаются с моими заколочками для волос. Это листики осенние. Покупала я их в магазине «Леди». Платье из моего шоурума группы ВКонтакте. Я оставлю ссылку на группу под видео. Покажу ногти. Здесь французский маникюр. Не белым, а красным лаком. Я люблю такой французский маникюр. В принципе, все. И пальтишко на мне сверху надето. Пальто я вам уже показывала. Ссылку тоже оставлю на видео. С этими вещами. Вот это моя любимая стеночка красивая. Так. Здесь у меня всякие вот с Вьетнама, из Таиланда, слон из Таиланда прилетел. Так. Вот. А вот этот крокодил из Турции приехал, приплыл. Так. Вот. А вот общем, эти все, вот эти тут штучки, уголок, они вьетнамские, да. Уголок путешественника. Да, уголок путешественника. Иконки, так все у меня красиво. Ну, такая моя любимая стеночка. Да. Уже... Азиатская стена. Да, азиатская. В перемешку с турецкими. Турецкая, восточная. Восточные мотивы, да. Все, девчонки, уезжаем домой. Наелись. Невозможно ходить, потому что объелись. Сейчас будем, наверное, долго ехать. Уже темно на улице. Тоже к себе, за город. На улице очень холодно вечером. Поэтому поскорее пойду в машину. Всем пока. А для видео ты соскучишься. Начинать? Начинай. Я начал. А как начал, так и закончу. Все.